В основную программу конкурса «Я инженер» попали более 150 проектов. Участие принимали три категории – профессиональные инженеры, студенты вузов и СУЗов, также школьники. Работы поступили как из разных уголков республики, так и со всего Дальнего Востока. Основная задача конкурса – привлечение молодого поколения к техническим специальностям. Ребята все пытаются улучшить нашу жизнь, потому что все-таки инженерная мысль, она всегда идет впереди нашей жизни. Все, что вокруг нас касаемся чего-либо мы, это создано инженерами. Поэтому мы поддерживаем этот конкурс и создали этот конкурс «Я инженер» для того, чтобы наше общество и мы жили лучше.